Вот эту уже не пропускаем, вот эту бросаем на него. И сейчас, по идее, ключик должен выпасть. Вот, ключик забираем. Так. Ждем. Нам нужно будет открыть тот замочек. Не знаю, зачем. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Stickman. Побег из тюрьмы. Третья часть. Так, ну что же у нас за коробки здесь? Давайте посмотрим. Так, зеленые. Зеленые. Дальше. Ага. Ё-моё. Что-то я нажал. Что-то я нажал, ребята. Не знаю. О-о-о, Рейбус. Это точно какой-то Рейбус, ребята. Вот и попробую его разгадать теперь. Нам надо сделать так, чтобы это все дело зеленое стало, да? Ага. Так, давайте этот скипнемся заново. Центр. Нет, еще раз скипнемся. А попробуем тогда. Ну давай, уголки сделаем сразу. Потом вот эти сделаем. Так, хорошо. Затем опять можно уголки сделать. Так, и что это нам даст? Ага. Блин, а вот в обратную сторону нельзя было так сделать? Ты вообще помнишь, как мы делали? Я не особо помню. Так, у нас все вот эти уголки остались. Ну да. Блин, давай скипнемся еще раз. Сделаем вот эти вот уголочки. Потом сделаем вот эти уголочки. Потом вот эти вот. Потом нижние. Например, центр. Как эти теперь сделать, чтобы они светились? Ага. Ё-моё, это прям отключает конкретно их. Один вот коричневый остался. Как же мне эти включить-то? Вообще, какая у них логика? Получается, он вот эту штуку делает, включает. Угу. Так, три. А, ну она еще отключает. Блин, догадайся-то. Догадайся, как пройти этот... Очень сложный, очень сложный, непонятный. Догадайся, мол, как. Так, ладно. Знаешь, что сделаем? А, подожди. Давай уровень... А, мы его не можем пройти. Мы его пройти не можем, пока мы не разгадаем эту загадку. А загадка у нас, ребята, по счету 286-я. Это мы практически прошли, что ли? Прикинь? Да блин, а почему ты? Да, у нас тут два уровня осталось, три даже. 286 уровень, надо подумать, подумать. Так, ну что ж, следующий уровень у нас птичка, которая будет, наверное, стрелять, но стреляет она не в себя.
А, смотри, она себя же убивает, да, смотри. А нам нужно... две штуки мы убили. А нам нужно попробовать замочек щелкнуть. Щелкнуть, ребята, замок. Есть. Вот и все. Вот такой вот уровень. Так, а тот уровень, в принципе, все скипали. Следующий интересный уровень. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Головоломку. У нас есть кусок льда. Чтобы его разблокировать, нужно, во-первых, растопить лед. Правильно? Логично. Для этого нам потребуется вот эта штука. Фен. Фен потребуется. Давайте растопим. Так, растопили лед. Дальше. Мы видим, ребята, что тут много паутины. Давайте, значит, подметем паутину, возьмем метлу. Все. Значит, паутины нету. Теперь нам нужно разрезать веревку. Разрезаем мы ножницами. Все. Разрезали. Дальше хода нет. Нам нужен ключ к замку. Ключ у нас нарисован на вот этой штуке. Попробовать взять. Нет, просто Стикман прыгает, как бы, что он, ну, ключ нарисован. Но если мы возьмем вот так вот. Так, мы открываем. И у нас чувак какой-то спящий. О! В смысле? Ребята, это босс? Это босс, ребята. Это самый последний босс, которого нам нужно уничтожить. И мы пройдем всю игрушку. Так, ладно. Значит, как, что делаем? Он стучит. И выпадает бомбочка. Бомбочку мы скидываем на этого большого Стикмана. Не знаю, успеем, не успеем. Ладно, подождем. О, она его все равно щелкнула. Так, а ну-ка, на. Нифига, смотри. Стена стала в этих самых. Стена разрушается. Давайте постоим, подождем, что будет, когда разрушится полностью стена. Мне интересно. Да. Даже если я ничего не буду делать, то он сам себя убьет, по идее. Правильно? Логично? Или нет? Или это он себя не убивает? Нет, ребята, мне кажется, надо в него скидывать бомбочки. О, лампочка появилась, прикинь. Так, включили лампочку. Дальше что? Так, эффекта нету. Эффекта я не понял, какой эффект. Давайте скинем бомбочку еще раз. На, держи. Ты что, неубиваемый? Слушай, алло. Мне кажется, он неубиваемый. На, бомбочку еще. Да как тебя убить, алло, вонючка? Вонючка, тебя как убить? А? Большой злой босс. Ладно, ждем, тогда знаешь, что делаем? Ждем, когда лампочка выпадет. Поскидываем бомбочки. Так, ждем. А, тихо-тихо, он сейчас, бомбочку прокакали. Ладно. Ждем дальше. Ну вот это мы скинем. И скинем еще вторую, когда прыгнет. Вот. На, держи. На, держи бомбочку. Так, сейчас должна лампочка выпасть. Ой, ёк-моё, ёк-макарёк. Даже так бывает? Надо, короче, порасторопнее все делать, ребята. Побыстрее все делать. Или нет? Фиг знает, короче. На, получай. Получай бомбочкой. Так, сейчас это все дело разрушится. Поэтому, я думаю, бомбочку эту мы пропустим. А вот что делать с лампочкой, ребята? Я не знаю. Сейчас должна лампочка... Вот. Забираем быстренько лампочку. Так, ну... Как бы... Блин, что ж делать-то, а? Что ж делать-то? Лампочка есть.
Не помню, не думаю, не знаю даже, что придумать-то. Чтоб как у тебя... Ну, бесконечно кидать бомбочки в тебя. Ну, давай покидаем бомбочки тогда в тебя. Держи. Сейчас еще одна вып... О, ключик, 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 ключик. А, нет, умер. Ладно, ну, главное... Ну, я хотя бы знаю, что делать. Я хотя бы знаю, что делать. Так, первая бомбочка. Он после трех бомбочек что-то выкидывает. Так, одна бомбочка есть, вторая. Так, сейчас что-то выпадет. А, нет, бомбочка. Ладно, мы ее пропускаем. Эту бомбочку. Дальше. Вот эту бомбочку мы скидываем на него. Сейчас появится лампочка. Лампочку мы забираем. Так, ждем. Бомбы. А, нет, 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 нет. Все, подожди. Тут спешить не надо. Так, он взорвался. Так, вот этот последний босс, он у нас такой вот. Ребята, умный какой. Ну, не какой, сложный какой-то. Так, вот эту бомбочку скидываем. Так, что сейчас появится? Бомбочка, ждем. Эту бомбочку мы, ребята, пропустим. Да, пропускаем. Вот эту уже не пропускаем, вот эту бросаем на него. И сейчас, по идее, ключик должен выпасть. Вот, ключик забираем. Так. Ждем. Нам нужно будет открыть тот замочек. Не знаю зачем. Сейчас посмотрим. Так, идем. А, все, мы включили свет, он уменьшился. И он заснул, да, типа? И у нас бомбочка одна осталась. Скидываем на этого чувака. Так, он вроде бы нам ничего не делает, да? Плохого. Я не знаю, зачем нам открыл вот этот замочек здесь, который не открывается. И зачем нам еще вот этот рычаг, который тоже уже не работает. Ну, ладно. Как-то он странно заснул, заснул, да заснул. Все, ребята, убегаем из тюрьмы! Есть! Победа! Ребята, мы закончили полностью все серии. Стикман. Побег из тюрьмы 3. Третья часть. Наш Стикман сбежал. И радостный, довольный такой, наконец-то. Ничего себе, 288 уровней. Офигеть. Мы прошли всю игру. Он левел 3. Ребятушки, ну за это, я думаю, стоит поставить лайк обязательно. Подписаться на канал. И, конечно же, передать привет в комментариях. Напишите. И я вам передам привет в следующем ролике. Так что заходите почаще на канал DudaPlay. И будем играть и смотреть новые... игры, новые прохождения каждый день, ребята. Ну, а на сём я с вами счастливо прощаюсь. Ну, скоро встретимся, ребятушки. Всем пока-пока.